каналам продвижения клиентов. Есть порталы интерьерные, да, то есть типа In My Room, House, сайты 360. Это вот интернет-порталы непечатные, да, то есть можно в этих порталах, первое, выкладывать свои работы с подробным описанием самостоятельно. Можно выкладывать работы с помощью редактора. То есть вы подготавливаете подробное описание, отправляете, они печатают это как статью. Если проект интересный, они делают это бесплатно, потому что им нужен контент. Также в этих же порталах вы можете быть экспертами и писать какие-то статьи, там, например, как использовать цвет в интерьере, там, или как купить диван, или там, я не знаю, какие двери лучше выбрать, или там особенности экологического стиля. То есть писать любые статьи для этих порталов, вести какую-то колонку и выступать в роли эксперта. Есть порталы интернет тоже, которые не целевые, но как-то связаны, ваша целевая аудитория там бывает. Например, это мужские и женские журналы. Да, ну, например, даже не журналы, а порталы. Это The Village, например, да, какой-нибудь, который тоже периодически печатает интерьер. Вы можете в них тоже публиковаться, писать для них статьи и так далее и тому подобное. Есть печатные издания, да, вы можете с печатным изданием быть напечатанным. Вы можете в печатном издании быть напечатанным в тематическом, можете не в тематическом. Что у нас еще по привлечению клиентов? Есть Инстаграм, соцсети, да, то есть Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, наверное, меньше. Ютуб. Ютуб, да, Ютуб отлично работает. Что у нас еще? Есть сарафанное радио. У нас оно работает, но больше клиентов приходит с, хотя странно, да, то есть большинство студий работает сарафанное радио, но больше клиентов приходит. Мало времени, я думаю, просто прошло, там часть клиентов, которые, ну вот мы работаем, грубо говоря, 4,5 года, да, проекты, которые начали реализовываться прям полностью, это получается 2,5 года назад. И пока они реализовались, пройдет время, сейчас уже приходят по сарафану, начинают по сарафану идти. Но больше, кстати, заметил, сарафана такого приходит, который от людей, с кем мы не работали. То есть о нас где-то слышали что-то, видели, читали статью, и нас порекомендовали своим друзьям, которые ищут дизайнера. Вот такой сарафан работает, с кем мы даже не работали. Mm-hmm. Такое бывает. Вот. А так нет, приходит, есть часть клиентов, которые именно по рекомендациям. Потом есть всевозможные партнеры, да, то есть строители. Вы можете с строителями партнериться, первый заказ свой, ну, именно личный заказ я взял, мне мой строитель друг подогнал. Есть второй заказ я свой взял, вот это наша совместная работа с Пашей, которая была первая. Это был инженер, да, то есть смежные профессии, архитекторы, инженеры, да, то есть к ним приходит интерьерка, они не занимаются этим, они с радостью отдадут вам. Для начинающих дизайнеров еще хороший канал привлечения клиентов – это дизайн-студии, какие-то известные дизайнеры, потому что, например, у нас есть большой поток клиентов, с которыми мы не будем просто работать. Маленькая площадь, дизайн там, я не знаю, общественных зон. Да, я вот говорю, мы клиенты Яндекса отдали запросто. Да, то есть есть там хорошие клиенты, просто мы не заточены на работу с ними. Вот, что там еще по каналам привлечения клиентов? Дополни что-то? Да, именно каналы. Ну да. Вкратце. Ну конкурсы, кстати. У нас конкурсы, мы начали этим заниматься не так давно, но, как оказалось, очень зря, потому что я даже на какой-то выставке, мы как-то разговорились с стендом, там напечатали наш проект в какой-то, Пинвин, да, в Пинвин напечатал проект наш один, который мы все-таки на конкурс закинули. И меня спросили, почему вы на конкурсы нам проекты не отправляете, у вас проекты такие хорошие, а вы нам ничего не отправляете. Я так думаю, ну зачем это, особо клиентов-то, наверное, не приводит, какой смысл. Оказывается, я пообщался с другими дизайнерами, дизайн-студиями, и некоторые из дизайнеров вообще используют только конкурсы. Они, я знаю, какая-то питерская студия, у них они победили на ряда конкурсах в Пинвин, потом их назначили там жюри через какое-то время, потому что они много раз гран-при брали. Назначили их жюри, и теперь они жюри, и государственные учреждения, типа там аэропорт строят или еще что-то, какие-то крупные объекты, их зовут в качестве экспертов, уже там даже консультантов. То есть они там говорят, что там по стилю комментируют как-то, и за это им деньги даже платят. То есть у них имя очень хорошее за счет конкурсов только.
И это такая возможность продвинуться начинающему дизайнеру на самом деле. И с помощью конкурсов можно клиентов даже получить. Это, ну, это вот по рассказу других дизайнеров и дизайн-студий. Говорят, что это работает. Вот мы начали этим тоже сейчас заниматься активно. Вот. По каналам привлечения, я думаю, что, наверное, все.